Всем привет, ребята. Сегодня у нас штука 4. КРАЗ 260 на версию 25-12-15S. Играют Злой Слон, это Паша Каблуков, Иван 89 и Драйвер 51 Рус. Все, поехали, парни. Всем привет. Всем привет, поехали. Стартуем. Стартуем. Очередной раз, уже не первый раз видео пишем. Косяки тут у нас постоянно с интернетом получаются. Так что не обессудьте, будем надеяться, что проедем. Так. Пересесть на каразика. Сразу я заряжаю на полную катушку запаски. Так, что тут? Сейчас защиты. Защита кабины 2. Еще маячки, автономка, колеса. Есть вот такие. Такие и вот увеличенные. Поедем. Все, наверное, задаются вопросом, что за колеса NDAF. Это колеса у нас низкого давления. Так, забыл еще одни фарки поставить. По 50 ремонта всегда пригодится. Так. Все, на выезде жду вас. Сейчас я сейчас заправлюсь. Эх, запаску забыл поставить. Да ладно, я поеду. Да поставь что. Ну давай, сейчас вернусь. Все быстро. Равно Ваня еще будет тут заправляться. Звук приятный. Ап, столбик, указан. Столбик, Паша. Столбик, да, я уже заметил, но поздно. Как раз бы еще дополнительный бак бы поставить. Было бы, как у КамАЗа. Расширенный бак. У него расход небольшой. У него расход, по-моему, не сильно такой, да? Да, у него нормальный, в принципе. Ну все, поехали. Даже поменьше бы я сказал, чем у остальных. Так, сразу надо понижайку. Все, уезжаем. Да, поехали. Какие колесико хорошие, как по камням скачет. Оп-оп, перекинул. Колеса низкого давления. Ага, не все то так и просто, парни. Че? Да хотел заскочивнить. Как тебе говорил-то, что подняться. Хрен нас два тут поднимешься. Да тут, ну, тут, Дима, как бы одна дорога. Туда, тут. Видишь, я хотел. Нет, если бы кто-то наверху стоял, могли бы через веревку как-то подняться. Че, мне трюк повторить с водой? Не надо. Ох, камнепад тут у меня начался. Блин, прикольно сделали, конечно, да? Да. Опа, я урон поймал, прикинь. Об знак зацепился этим. 50 ремонта пригодилось. Да, знаки как будто бетонные. Были бы жилет. Согнул, так согнул. Ой-ой-ой. Что-то я тут не вписался, парни. И на завет позацепился. Да ёлы-палы. Камни мешают, зараза. Ну, они прям под колеса летят. Да, и...
Да, тут вот этот поворот вообще жесткий, я не знаю, как тут с дровами можно проезжать. Раз зверюга, конечно, вообще. Что-то вы далеко так уж ушали. Ползем. А, вон где. Да, ну, подождем, постоим. Ваню не заметил, там за, он как раз там ветку объезжал. Я на пониженной тут еду. Блин, вот эту ветку надо ее спихнуть. Потому что с дровами поедем, мы тут не проедем вообще, наверное. Давай, выходи отсюда. Вот палка. Все, я ее развернул. Развернул нормально. Ну, поехали дальше. Да, тут дорожка, конечно, вообще жесть. Экстрим сплошной. Да. Я ветку толкаю. Представь, тут с прицепом ехать. Я ехал на Татри 88. Я ветки разворачиваю, все убираю. До последнего поворота доехал и все, и там, короче, с прицепом я не вошел нифига. Опа, Паша. Там просто нереально. Паша, осторожно. Что такое? У меня тут все под контролем. Разговор. Я даже не замечаю. Так, водичка нехорошая, скоро будет, надо ее объехать. Диман, ты где? Пытаюсь. Все присматриваюсь, где будет тросом зацепиться, наверх подняться. Чтоб мне это много не объезжать. А, там все равно забор, туда не попасть. Можно было на лебедке туда наверх забраться. Они, походу, тут продумали этот момент, да, что никто не скощунил тут, не пролез на бревно. Легкие пути ищите. Да блин, ты посмотри. Паш, я опять урон поймал. У меня уже 300 урона, прикинь, из 600. У меня 3. У меня 20. У кого меньше? Опять придется воспользоваться фарами. Щелк. Ох, тут опасно как вообще. Блин, да. Вот тут бы прицепиться бы к чему-нибудь, и можно было туда лезть. Все присматривается. Да, тут прям вот, прям знаешь, вот так и хочется где-нибудь сократить немножечко. О, вошел без этого, с первого раза поворот. Без разворота? Да, без разворота. Да, тут если вниз упадешь, все уже, никто тебе не поможет там. Да. Я падал. Мне никто не помог. Опа, стопе! Кто? Да я, блин, тут немножко погорячился сейчас. Ручничок. Стоп. Ую. Я тоже чуть не погорячился на повороте. Да обалдеть тут, конечно. Такими чигирями вваливать их опухнешь. Я не знаю, как с дровами мы пойдем. Сгруженные поедем, вот где будет весело. Да, блин, тут, конечно. А тут сколько этих, как их, пилорам?
Три, по-моему. Три. И все три по 8. И за всеми надо сюда ездить. Да. Обалдеть, короче. Так, я пока под погрузку встал. Да, люди постарались, как бы забавная такая карта. Ну интересно сделано, да. Автора карты лично я не знаю. Что-то я не посмотрел, чья карта. Но молодец. Да, кстати, колеса хорошие, низкое давление. Хорошо лезет. Они широкие, вот это вообще хорошо. Я в дровах. Блин, нет. Во. С дровами кое-как тут справился. Я все, вас жду. Сейчас я еще парочку кину. Все, я загрузился. Давай, разворачивайся. Назад, влево, наверное, выворачивайся. Ну, я так и хочу. Да нафиг сейчас в грязь в эту лезть. Что-то куда-то задом попёр. Да, с дровами-то сейчас вообще тут весело будет. Ну, вороньё разогнать хоть тут. Развернулся, готов ехать. Давайте поехали. Ваня там. Да он Ваня уже просто прям через эти проехал. Через блоки. Так, ну что, я первый поехал. Да. Ваня была. Посмотрим, что получится. О! Что там? Воткнулся маленько тебе. Надо маленько отпустить тебя вперед. Сейчас секундочку, я пониженную включу. Давай. Ой. Не пониженную, а первую. Все. Теперь не разгонюсь. Я сейчас смотрю, где бы тут скощунить. Ну, может, сверху тут можно спуститься где-то. Ну, что-то как-то опасно. Опасно, да. Здесь опасно. Ох, ох. Топ, я назад сдаю. Давай, я стою. Ну да, тут надо потихоньку вообще. Камера неудобно. Во. Здесь надо аккуратненько там потихонечку ехать. Что-то меня понесло. Нормально, вроде. Если что, ручник лови. Так и вот мне, ты... я на ручнике. Вон, на тебя ручнике спускаюсь. У тебя зад заваливается. Вижу. Там, если что, лебедкой его, Паша, лови там. Все, я спустился.
со самой противной я спустился. Так, пошел я на самое противное. Да вон я вообще потихонечку сейчас пойду. Потихонечку. О, ровненько. Да, тут осторожно, главное, чтобы зад не съехал. Обалдеть вообще. Вообще не говори. Накрутили карту, конечно. Ну да. Оба, сейчас я завалюсь. Интересно, а пятая какая будет карта? Не знаю. Там, наверное, просто... На велосипеде с одной веткой, знаешь. Да, просто тропинка такая. И все. Дима, вот где я стою, ты можешь съехать. Прямо вниз. Да уж, конечно, там уж съедешь. Ну да, тут. Тихо, у меня машина валится. Фух, проехал. Сейчас, парни, будете меня спасать. Чего такое? Ты куда поехал? Диман, ты куда поехал? Сейчас кувыркнешься нафиг. Все-таки ты сам, все-таки скощунил, нашел где. Ездил, искал, нашел. Блин, я тут, наверное, не выберусь. Сейчас выдернет тебя просто. А ты где там съехал? Вот, надо мне старые дни знать. Кто тут ветку двигал? Я. Оно мне между колес. О, все, проехал. О, я вижу тебя. Как нам его достать теперь? Ну, сейчас будем пробовать. А хотя он почти вылез сам. Да, мне тут буквально немножко на тросках нормальный вылез. Тут бы пиндос какой-нибудь и нормальный бы зацепился до улицы. Как мне? Ха-ха-ха, парни! Вылез? Почти! Зараза! Ёлы-палы! Блин, крас вообще сумасшедший просто. Как так-то? Да, вот если бы не этот, не бугорок, вот этот, назад нету разгона. Что, тебе трос давать? Подожди, сейчас я встану. А кто там, Паша еще сзади? Да, Паша сзади едет. Давайте, Паша меня зацепит, как бы, чтобы вы впереди шли. Паша, отцепляй, я спускаюсь. Давай, вправо. Сейчас подъеду. Только не резко, как тот на Татаре меня дергал-то. Дружок. Как дернул, так и все.